сегодня я хотел бы представить вашему вниманию вот такое устройство для художников. Муштабель собственной конструкции, служащий для опоры руки при занятиях живописью и рисунком. Крепится это устройство на угол подрамника или жесткого графического планшета и служит для уверенной опоры руки художника над любым из участков живописной поверхности, тем самым давая возможность комфортно работать над прорисовкой мелких деталей рисунка, не касаясь рукой свежей краски. Муштабель вырезан из бука или же дуба и поэтому очень прочен и упруг. В среднем давление на конец рейки, при котором она соприкасается с холстом, более 2 кг. Устройство быстросъемное, одевается на любой из 4 углов подрамника в считанные секунды. В опорной площадке предусмотрен прямоугольный вырез, не позволяющий прикасаться к свежей живописной поверхности картины. Муштабель крепится лишь по самому периметру подрамника. Представленный вариант муштабеля средних размеров и предназначен для работы с холстами от 30 на 40 до 70 на 60 см. При использовании 2 углов подрамника данный муштабель может работать с размерами до 60 на 120 см. А при использовании всех 4 углов можно работать по всей поверхности холста размером 110 на 120 см. В будущем возможны и другие варианты исполнения инструмента. В комплекте с муштабелем идет ключик. С его помощью и с помощью ключа на 10 или же пассатижи вы сможете легко настроить уровень сопротивления звеньев изделия. Сопротивление должно быть небольшим, комфортным в работе. Муштабели, выполненные из твердых пород дерева, дуба или бука, покрыты защитным слоем лака. Нейлоновые шайбы между трущимися деталями не дают изнашиваться дереву, что в совокупности делает инструмент долговечным и надежным помощником художника. Как я уже говорил, этот муштабель моей разработки и на него получен патент. Если вы хотите приобрести данный инструмент себе или же в подарок, смотрите информацию под этим видео.